Возле психоневрологического диспансера на Канатной 27 искали бомбу. Обнаружив днем подозрительную сумку, бдительный работник диспансера вызвал милицию. На место прибыли пожарные, скорая и взрывотехники. Отмечу, пациентов диспансера из здания решили не эвакуировать. После проверки выяснилось, что тревога оказалась ложной. Лежит сумка. Охрана сказала, что лежит сумка. Вызвал, естественно, милицию. Вот и все. Поэтому мы и позвонили. Мы поэтому не испугались. Потому что здесь больные лежат, все это. В подозрительной сумке оказались продукты. Вероятнее всего, ее кто-то забыл.